За последнюю неделю синоптики неоднократно фиксировали плюсовую температуру воздуха. Вместе с этим из-за повышенной влажности и штиля на Темиртау зачастую спускался туман. Как говорят специалисты, связано это с тем, что Карагандинская область попала под воздействие циклона и юго-западных воздушных потоков. С 10 по 11 декабря Темиртау будет без осадков, без усиления ветра, возможны гололедные явления и ухудшение видимости из-за тумана ночью и утром. Температурный фон ночью составит 5-7 мороза, днем 1-3 мороза. Днем 12 декабря ожидается выпадение снега. И также усиление ветра в пределах 9-14 метров в секунду. И температурный фон останется таким же. По словам синоптиков, такая погода для декабря не аномальная. К примеру, всего 3 года назад в этот же период отметка термометра превышала плюс 6 градусов. Понижение температуры специалисты прогнозируют ближе к середине декабря, а приход традиционной зимы – на январь следующего года.